Всех приветствую. С вами я веган Христолюб. У нас с вами сегодня очередное видео из серии я веган, потому что или наоборот не веган, потому что все они у меня немножко по-разному называются в зависимости от смысла. Ну и в частности можно назвать это видео просто на значке не все хорошо помещается, вот в названии более 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 понятно. Стараюсь написать, да. Но я веган, потому что Василий Великий, великий, величайший святитель, вселенский святитель ортодоксальной церкви, секты, как угодно называйте, был веганом и топил за веганство. У меня это место... В принципе, давайте еще раз скажу, что мы идем с вами по теме «Веган по Библии». Одноименный плейлист есть на канале. Мы с вами уже первое видео из этой микросерии, в большой этой серии. Мы с вами смотрим веган по преданиям, по писаниям, так называемых цветых отцов. Да? Общий ролик вы посмотрели на эту тему, вообще кто такие монашествующие, отделенные. Потом мы с вами уже разобрали Климента Александрийского, который очевидно, что был веганом, ибо утверждал, прямо свидетельствовал о том, что сам апостол Матфей, ученик Иисуса Христа, был веганом, ну а значит сам Иисус был веганом и заодно Иоанн, креститель и притечи Христа. Мы с вами об этом во всем в предыдущих видео посмотрели. Кто нет, все они собраны вот в этом плейлисте «Веган по Библии». Мы с вами посмотрели Антония Великого, который говорил о том же самом, что мясо есть нельзя и употреблять надо простую дешевую пищу. И вот сегодня мы с вами до Василия Великого добрались. Все это я показываю в хронологии, в хронологической последовательности временной сейчас сразу скажу, что в, в этом плейлисте в принципе в свое время еще получается прямо на рассвете своего проповедничества я это место и вообще это ну этот отрывок из творений Василия Великого я записал этот ролик он еще 16-го года наверное это я его, правда, назвал пост воздержание из любви к животным вегетарианство или кровожадное убийство. Я его так и назвал, там вон ролик. Э, ну, у меня крупно вам не получается показать, надо искать значок, и я вам прямо с плейлиста показываю. Ну, там разные фрукты, пища богов я его назвал. Тут за временем тоже не видно. Э, что там на значки? Его может найти. Я думал, в принципе, его просто туда вот э, пониже спустить. Да, и, и где у меня сейчас все идут по Святым Отцам, я же весь плейлист тоже хронологически по, по, по времени выстроил. Но я решил его все-таки здесь оставить, а и заново уже, пусть все-таки 6 лет прошло, все-таки заново пройтись по этому эпизоду, и уже они вместе, все эти видео будут здесь ближе туда к финалу этого плейлиста записаны, поставлены, все, что вот мы с вами идем. Ну и переходим ближе к теме, к Василию Великому. По поводу Василия Великого. Конечно, для меня это люди не авторитеты, не авторитет в том плане, у меня нету перед ними никакого преклонения, мне не надо как религиозники своим. Конечно, некоторые слушают меня, и для них это вообще что-то такое, знаете, страшное, как то не целовать туфли Василию Великому или там еще кому-то, если они даже своим попам целуют ручки, кто-то туфли, а кто-то даже, я прямо скажу, задницу вылизывает и подлизывает. Вот. Я свободен во Христе, все люди творение Божье все мы равные. Именно в, рав... в равенстве есть любовь. Потому что если кто-то над кем-то кем господствует, это никакая не любовь. Если кто-то кому-то лизоблюдствует, это никакая не любовь. Да? Э -э любовь – это когда все люди равны. Сам Иисус, Бог, любовь, пришедший во плоти, показал нам это в своей жизни. Он был наравне. Он ни над кем не возвышался, но и ни, у... ни перед кем не унижался, не уничижался. Это очень важно. Поэтому, конечно же, но я говорю просто на религиозном понятном языке для тех, кто меня слушает. Эти люди многие либо вышедшие из этих сект православие, католицизм, протестантизм, либо еще находящиеся в них, конечно, для них такие имена, ну, если они их знают, многие, конечно, их и знать не знают, они принадлежат какой-нибудь секте, и ничего они не знают, они Евангелие -то никогда не читали. Но, в принципе, ролик пишу для тех, кто эти вещи, может быть, знает в частности, будет в меня там плеваться всякими стихами и святых отцов, ну, чтобы мне было в ответ чем покрыть их не так называемые карты. Да, у меня есть всегда в рукаве козыри. И вот я не зря записываю еще и по преданию несколько такую мини-серию, чтобы вот дать этим людям, как Павел писал, Тимофею наставлял, чтобы он давал. Петр, вернее, в своем послании подобное писал то, что я сейчас процитирую, да, чтобы давать твердое основание в том учении, в котором то в том учении, в котором ты сам пребываешь, да и которым светишь другим. Вот это учение о любви. Да. И поэтому, конечно же, но говорить я с религиозными людьми стараюсь на ихнем языке. Вот Василий Великий, это один из так называемых вселенских учителей, а их всего было три. Вот как раз в этом четвертом веке годы жизни его, ну, они плюс-минус достоверны. Сами доказательства, конечно, невозможно, но раз уж предание церкви так идет, мы им пользуемся. То есть это 329-379 год. Вот. Кто знает так называемый первый Вселенский собор, Никейский собор, собранный императором Константином, был в 325 году. То есть мы видим, что на то время Василию Великому было 4 года. Это еще ребенок, который только говорить начинает. Мы знаем, что в это время, в этот Вселенский собор была поставлена окончательная печать и официальное уничтожение христианства, истинности христианства. Это было полное его извращение. С этих времен свободное христианство, учение Иисуса Христа, которое он даже сам не оставлял на бумажке, ничего не позволял писать своим ученикам, превратилось просто в религиозную ветку в религиозное министерство да, управлениями, рабами, умами человеков. Да. Естественно, оно за, можно сказать, три с половиной века и так уже извратилось до нельзя. Но в оконцовке четвертый век был самым страшным веком для христианства, для истинного христианства, для истинного жизни учения Иисуса Христа, которое, как я уже сказал, еще раз повторюсь, окончательно извратили, его жизнь, его учение. Не все, конечно, много до нас дошло, и общую суть из Евангелия мы можем с вами, конечно, дети Божьи узревают пшеницу из этих писаний, они собирают в сокровищницу сердца своего, плевела выбрасывают, вон, вон и сжигают огнем неугасимым, чтобы никогда к ним это не прикасалось. Вот. Но 4 век это самое страшное время да, для христиан. Вот тогда все, что попадает под руки Цезаря, все превращается в дерьмо. Это всегда так было, потому что у правителей, кроме страстей, ничего у них нет. Они, они, как Иисус в пустыне отверг, славу власти, богатство, вот они ровно этим богам и поклоняются, поэтому ничего доброго они сделать не могут. И когда христианство подмяли окончательно под себя императора, в частности, Константин. Ну, кто знает, да, не надо мне поправлять, я прекрасно знаю, что, и, так скажем, не он это еще сделал, а уже его внучок. Да, ну, с него все началось, так скажем. Кто знает, царь Константин Пусть он, да, там еще не прямо официально признали христианство государственным министерством, но он первый подписал этот эдикт якобы негонимый, негонимый чтобы церковь христианская была негонимой, да, что якобы как свободу веры исповедали. На самом деле это был первый гвоздь в крышку гроба, которым потом христианство и заколотили. Церковь всегда была гонимая, она не нуждалась в покровительстве сильных мира сего, да, потому что она всегда противоречило этим ценностям. Да, мамоне, похоти чрева, похоти очей, гордости жительской если по Иоанну Богослову выражаться. Вот. Так что мир лежит возле, в грехе, а тем более государство, правителей все вот эта все эти системы. Да. И христианство всегда им противоречило. Те убивали на войне, Естественно, Иисус был против и истинно против, никак их убить не надо. Ну, как спокойно адаптировали. Сам Константин вырезал всех своих троих братьев, ибо тогда так называемая Византийская еще не империя, ну или империя была разделена на четыре части, он вырезал всех своих троих братьев. Последнего он вырезал римского, своего правителя, брата, уже как по преданию сказано, с крестами на щитах и на хоругвях да, который он нанес, потому что якобы ему ночью Бог Христос Иисус явился ему, да, и сказал, вот сим победишь крестом, да, и он пошел со своими полчищами в Византии, в современной Турции, где находится, пошел и окончательно вы убил своего брата, там была жуткая мясорубка, вот, ну и от, с того времени началась пала Римская империя окончательно, так скажем, и Стала новая эпоха Византийской империи. Естественно, все это блевотина, все это ничего общего с Богом, с Иисусом, любовью не имеет. Являлся ему, если являлся, то дьявол, да, и тем орудием, которым Иисус победил его самого, дьявола ненависть победил любовью, да, дьявол снова победил уже теперь Христа, так можно сказать, да, и опять из христианства, сделав обычный культ, в котором, да, можно убивать врагов, государства, народа, церкви, так называемые, да. И они спокойненько все там тоже извратили, уже все эти святые, так называемые отцы, все эти сборища, эти никакие не, вс... не, святые вселенские соборы, все это сборища бесовские. Вот. Соборы все уже были абсолютно ангажированы, все эти попы, иерархи, которые там были, все это уже были абсолютно люди очень низкого духовного уровня, несмотря на то, что их святыми отцами называют, да, это продажные абсолютно уже люди, продажные не только в плане материальном, хотя план там и такая была, которая за три серебряников предавали истину, но они продажные в том плане, они продали истину просто за все эти регалии. Вот. В церкви Христовой нет никаких больше, там меньше. Все эти соборы были полной чепухой. Да. Церковь Христова это истина, она не нуждается ни в какой иерархии. Это децентрализованное было учение системы, если хотите, я говорю, собрание. Да, это, это люди, которые познали истину, приняли ее. Она в простоте, которую я вам сейчас озвучу. То, что Бог есть, Он вечен, и все Его творение вечно, то, что Он всячески во всем. Он свободен по плоти, по материи, по духу избирать между добром и злом. И при этой свободе Он избирает всегда добро, то есть любовь. Поэтому он кто есть любовь. Вот и вся истина. Это истина, что передавать из уста в уста ничего не надо, вот, никаких соборов, да, на которых столько дерьма. С таким дерьмом христианство, истинная жизнь учение Иисуса Христа, смешали, что, да, как говорят пословица, бочку меда очень легко исказить, и, и, и изуродовать, и испоганить ложкой дегтя, ну или говна по-русски, да. Вот что и сделали в IV веке. Василий Великий не застал первого собора, да, но он уже влился потом в систему, он уже родился и вырос в системе, так называемой псевдохристианской, вот в этой, тогда ее называли ортодоксией, это была нераздельная секта под таким названием, потом она в через тысячу ну через семь веков еще разделилась на православную католическую ну, тогда был это един вот несмотря на все это как видите я сам говоря с религиозниками на их языке называю василия великим вселенским учителем одним из троих и был еще его еще и друг, и брат, там уже все они были друзьями и братьями, там есть родные, в семье Василия Великого было, по-моему, 7 детей, они уже все были очень из знатных, богатых семей, почему-то на верхушку пробивались всегда не рыбаки и плотники, как было от начала, а сразу все уже, которые жили хорошо, да, в богатых семьях рождались, они почему-то потом высшие чины занимали. Ну, в принципе, с одной стороны, понятно, что они просто... Ой, ролик будет большой, готовьтесь. Нам читать еще много, а я тут, видите, разглагольствовать не могу никогда удержаться. Хочу побольше всякой полезной этой разносторонней информации дать, да. Вот, и понятно, что почему обычно люди богатые занимают и, и управленческие народом должности, это неважно, в какой сфере, да. Вот. Ну, потому что у них есть деньги, у них есть свободное время, они обучаются, они учатся, они познают теоретическую информацию. Если раб, рожденный в рабской семье, он всю жизнь да, у какого-нибудь станка стоит или у каменоломни, да, то человек образованный в богатой семье, он на то и образован, потому что он получал это образование, учился, школа, институт, как это в древности не называлось, я просто современным языком говорю. Вот. Естественно, у нас все было время, потому что живет, он родился богатым, золотой молодежь, как говорит, да, он не думал о том, где ему есть, где ему спать, о чем думают все время рабы. Вот. И, естественно, потом они во все это, и неважно, вот и в церкви то же самое, то есть он, человек мог позволить себе прочитать Библию, да, Тору там еврейскую, греческую, изучить всю эту мудрость, они были очень образованными, очень начитанными, вот. Но, к сожалению, начитанности, как Павел там правильно писал, именно в этом контексте, знание надбивает, а любовь назидает. Вот. Но достигали, совершенства достигали немногие из них. И вот этот один из трех учителей Церкви Вселенских, среди Яна Златоуста, Григория Богослова, ну, хоть он и вселенским не назван, его брат Григорий Низкий, насколько я помню. Я уже все это забываю, многие вещи, кто знает. Вот. Но Афанасий Великий, о котором мы с вами при Антонии Великом упоминали, потому что именно он написал само житие Антония. Вот. Но я еще этот итог подведу в последнем видео, подведу, когда мы будем об Исаке Сирине говорить, его отрывок из его труда, трудов читать. Ну, на этом, я думаю, все. Такой предисловием достаточно. Но при этом все. Мы, несмотря на то, что у них куча косяков, мы сейчас увидим, как Василий Великий... Э, ну, опять, сам он не пишет прям «я веган», с этих слов не начинается. но понятно, что он пишет, раз он за это топит, защищает, то он сам веган, топит за веганство. Но мы увидим с вами даже в этих текстах, конечно, именно потому, что он уже стал религиозным, ну, вырос в религиозной среде уже в этом псевдохристианстве, это всегда видно, этих людей, их не слова, это посмотрите на современных попов, они же как ужины на сковородке крутятся, потому что все их тех бредних их очень часто не стыкуются прямо с самой Библией, да, с разными местами Библии. И косяк их очень очевиден и понятен всем тем, кто понимает, о чем я все время говорю, и признает, что Библия – это не Слово Божье, это не истина в последней станции, тем более это не может быть никаким авторитетом, Просто потому, что в бумажке в какой-то написано. Причем в современной бумажке, которая дошла до нас, неизвестно когда, как, кем, написанное, переписанное, пере, переведенное и перетолкованное уже, потому что любое все переписывание, переводы это уже толкование само по себе. Кто понимает суть, как все это происходит. Вот. Но еще каждый домыслить может. Поэтому, конечно же, читая эти бумажки, если ты полагаешь, да, у тебя начинаются проблемы. И мы увидим, вот на примере, мы этого с вами не видели у Климента Александрийского, когда читали. Мы не видели этого Антония Великого. И я вот тогда об этом, может быть, не сказал. Вот именно эти люди были, еще до вот они еще не были связанными. вот такой вот, знаете, вот, это вот э, религиозная порука, которая превратилась э, не просто в организацию. Я это слово тоже часто употребляю. В принципе, оно очень подходит к тому, во что превратили тогда христианство в IV веке. Но, я, как вы слышите, я употребляю слово министерство. Да, прям, потому что это религиозная такая ветка. На современном мире очень легко посмотреть, посмотреть на православие. там, да, при государстве, как, как, как она себя ведет, особенно в России, да, это обычная слуга, шестерка, или ее проститутка называют, блудница по ветхозаветному, да, обычная шестерка Цезаря, ну, лучше проституткой ее назвать, вот, потому что она так и есть, она так называется по ветхому завету постоянно, да, когда, когда так называемые святители, там, что в иудейском народе священники, которые должны были топить за истину, обличать все зло, становились пособниками беззакония тех же самых государственных властей сращивались полностью, когда царь становился почему-то великим патриархом там, главой так называемой церкви, то же самое иудейской ветхозаветной церкви, точно так же можно назвать, вот, кто понимает, о чем я, да, и... Писании через пророков Бог всегда ее называл проституткой, блудницей, да. Вот. По-разному, блудница или проститутка, ну кто, знаете, чем проститутка от блудницы отличается? Блудница просто вообще бесплатно все это делает. Проститутка делает за деньги. Ну, церковь очень часто так называемая. Церковь не хочет ее так называть. Вот эта организация, министерство, ставшее еще в IV веке вот, на служение Византийской империи, она она в себе все совмещала. И блудницу, и проститутку. Ну, дадут денег, хорошо. Буду проституткой. Не дадут, ну, буду блудницей, да. Не знаю, выражаться в этом ролике. В русском народе таких просто называют блядью. Вот это действительно. Я не выражаюсь сама там уже очень давно. Вот. Но ну, вот мне почему-то хотелось сказать, может, кого-то это прям до сердца дойдет, да. Ну, это же так и есть. Это настолько же мерзко, настолько вот эта вся, вот эта вся секта православная, католическая, протестантская секты, они настолько же мерзкие, Ты так как сейчас прозвучало это слово из моих уст выше. Потому что сколько они зла причинили, да, сколько они хулы на истину понесли и несут до сих пор, сколько они людей в ад сгоняют. Это, знаете, это. С тем, что вы услышали, это вообще ничего. Да. Вот так вот. Ну, давайте мы с вами почитаем. Давайте, не обещаю все, как всегда, сразу прочитать. Все-таки, наверное, буду их где-то сразу останавливаться. Просто мы потом зафиксируем, конечно, вернемся. Эти ролики, конечно, не как у меня. Помните, предыдущие по 20 минут получились, когда мы Климента Александрийского и Антония Великого читали. Там было совсем чуть-чуть текстов. Но тут меня что-то разнесло. Ну, вы знаете, я свои ролики пишу по духу. Что мне Господь кладет на сердце, я и... Говорю, вот мне захотелось чуть побольше предысторию рассказать, чтобы вы все это понимали, когда, что это происходило. Хоть кратенько, конечно, да. Вы не читали все житие Василия Викова. Но я вообще ничего не понимаю, это я уже давно понял, да. Потому что чтобы понимать, вот надо все-таки немножко трудиться над знаниями. Да, знания, знания, которые ты бессмысленно употребляешь для своей гордости, они, конечно, тебя будут надмевать, но знания действительно именно вот вежество, хорошее слово твоя вот эта образованность правильная, то есть количество информации, которую ты как мудрый книжник Иисус говорил, все в доброе употребляешь, и старого, и из нового, как Иисус говорил, все вынесешь доброе, да, из своих знаний, это мудрая вещь, это очень хорошо, Все да. С чего начинается? Это беседы на шестоднев, то есть прямо, то я все время откручиваю к этой первой главе книги «Бытия», это именно толкование. Василий Великий был одним из толкователей Священного Писания. у него есть не просто какие-то, как вот тоже проповеди свободной слове, и он, наоборот, цитаты вспоминает. Нет, он прямо толкует каждый стих, ну, как бы, вот как у меня, в принципе, на канале Христолюб чтение Библии и писаний за записана вся целиком Библия, да. Я последовательно читаю. Может быть, тоже не каждый стих Рожова. Они делали то же самое. То есть, что они понимали, что хотели, на что считали правильно обратить внимание. И есть конкретно толкование. Кто знает, в религиозной среде это норма. Да? Вот. И Василий Великий был одним из таких. На все писание у него нет толкования на Библии, как у Вегана Христолюбца, да. Но, конечно, у него, у него большие труды очень. Вот. Но, в частности, просто я имею там и Анзал допустим, практически много. Да, там Новый Завет у него весь, можно сказать, затолкован, да тут есть и прямой, и насказательный смысл. Вот. Но вот Василия такого нету, но у него в частности есть вот такой труд, такая книжка, хотите, беседа на 600 дней, то есть на 6 дней творения. Ну, а в седьмой день Господь почил отдел своих, да? Вот одиннадцатая беседа, ну, естественно, там по списку все идет, да? Бесед там много, это просто на 600 днев, на 6 дней. Ну, естественно, там они поделены, как всегда, для удобства. Вот эта беседа одиннадцатая, вторая беседа о человеке. Так она называется. Вы все это можете найти проверить. Ну, я читаю со своих своего сайта, куда все переношу для удобства как видите, всегда там выделяю все, чтобы удобно, красиво читалось. Зрительная память очень важна для человека. Он цитирует прямо тот стих, который мы все с вами знаем: о том, что мир был создан веганским Богом, потому что веганство это любовь к животным. Да? Одно из проявлений вообще любви человека ко всему Божьему творению, это проявление любви к животному. Оно называется веганством. Вот. Поэтому мир был в частности создан веганским. Ну, он в полноте любви был создан. Ну и в, частности, одна из, этой любовь, одна из этих любовь человека, естественно, направляется к животному. И животное к животным. Что же не было никаких хищников. Да? Ну а в пищу, соответственно, был дан весь растительный мир который не имеет нервной системы, органов, которые там, как у нас зрение, слух, осязание, обоняние, тактильное восприятие, которое через нервную систему до души доносит боль, да, и страдания, или наоборот, наслаждение, что в душе причин... радость доставляет, да. Вот все растительный мир был дан нам и животным в пищу. Ну и с этого с цитирования этих стихов, но ну, я говорю, он там последовательно читает, как бы я по сути как бы вырываю, но как видите это целое, мы с вами целую прочитаем, и, и в каждой беседе там еще пункты, как видите, я даже оставил цифру, то есть это там шестой. Ну это творение, так называемых святых отцов, они точно так же, как и Библия, старались как-то делить, ну параллельно я имею в виду, аналогично как Библия, то есть главы там стихи. То есть, точно так же, книги главы стих есть, так уж даже Библию возьмем, да? То же самое это у любых людей, у этих святых так называемых, было тоже деление. Ну, естественно, книга – это уже деление. Одна книга об одном, другая о другом. В ней могли быть беседы на шестоднев, это книга так называется. В ней, естественно, есть беседа одиннадцатая, и называется он там «Вторая беседа о человеке». И там были разные пунктики. Ну, и то это уже современные люди делили. Это не то, что там Василий Великий эти цифры ставил. Нет, это уже, уже в современном более мире. Я думаю, где-то где ближе туда, когда печать машинная началась. Я думаю, где-то тогда все это стали делать. Вот. Шестого пункта вы все можете говорит, найти, потому что ничего я не искажаю, не, не пытаюсь там под, этом, под что-то подтянуть. Мне в этом нет нужды, потому что все, что там неправда, я прямо наоборот обличаю, показываю, что это просто ложь. Вот. Поэтому читать мы будем большими кусками. И в частности мы здесь все прочитаем. Вот я дал вам всякое дерево, дерево, древо, дерево, которое имеет в себе плод. Все это будет вам в пищу. Ну, мы все это с вами вот помним. Это бытие. Первая глава, там 29-30 стих. Но здесь кратко. Он бы сейчас идти будет по стихам. Пусть церковь ничего не оставляет в небрежении. Все есть закон. И вот эта фраза, кстати, Василий Великий, которую произнес, мне когда-то очень хорошо запомнилась и в моих речах вы ее, всегда, возможно, слышали. В той или иной интерпретации главная мысль. Я вам рассказывал, что вот мы с вами про Антония великого, тем более уже по Ролик вы, может быть, посмотрели. Тем более, я вам говорил, что у меня есть и записанное с прочтением моими комментариями его житие, его жизнь, его письма. И вот я говорил, что мне тогда понравилось, что Антония называли богомудрой пчелой. Я этот образ себе взял на вооружение. В своей жизни постарался это воплотить. И у всех собирал все самое лучшее. И неважно потом, ссылаешься ты или нет, сам факт, что ты это сделал. И вот мне когда-то вот именно иной интерпретации, я так и говорил этими словами Василия Великого. Ну, авторство слов никому не принадлежит. Да. Слово «я дал вам в пищу» – это слова никому не принадлежат, не суть важно. Но вот действительно, мне не тогда вот все это… Хоть я веганом стал еще до всего этого, я веганом стал еще до того, как православие практиковал, да, когда мне Бог явно открылся и повел меня прямым путем, взяв за ручку, как родители своего ребенка, и вот он пишет: Не сказал Бог, я дал вам в пищу рыб, дал вам скот, присмыкаюсь к четвероногих. Писание гласит, что не ради этого он создал их. Но первое законодательство допустило вкушение плодов, ведь мы еще считались достойными рая. Я, конечно, с Василием Великим сейчас в конце скажу, конечно, много с чем не согласен, с его некоторыми формулировками. То есть, у него вот эта формулировка хорошая, как бы просто, да, он говорит: не сказал же Бог тебе, вот да, рыбу, что вы, вот прямо сказано. Пища, растительный мир, да, вам, да. Вот. Но уже следующего фраза мне не совсем нравится. Но первое законодательство допустило вкушение плодов. Я к тому, что Василий Великий, несмотря на то, что он называется святым великим, по мне, он не сильно тоже там великий, да, и Плотского в нем тоже хватало. Да. Он опять все знаете закон, законодательство. Вы обратите внимание, вот я всем говорю: это не рать похвалы. Вы сравните, вы даже сравните я всегда знаете, вот почему для меня, допустим, опять же, всегда самыми любимыми были, это, конечно же, Евангелие, от, ну, Евангелие, да, и, и, и самым любимым моим вообще, в принципе, во всей Библии, на самом деле, всегда уж если брать эту книгу, да, это собрание книг, эту библиотеку, было, конечно, послание Евангелия Богослова, самое первое его письмо, его послание, да, где слово «любовь» в той или иной форме интерпретации, «любовь», «любить», «люблю», «любя», да, употребляется, и я даже считать никогда не пытался, но там, в общем, в каждом предложении слово «любовь». И вы знаете, во мне это всегда, конечно, отзывалось, мое сердце всегда трепетало и радовалось этому. И я себя видел в этом, я видел, что я сам эти слова пишу и говорю, да, потому что это я, мне это близко. Вот. И сравнить его послание с другими, да, и, сравните Новый Завет и Ветхий Завет, да, конечно же, слово «любовь» потом употребляли все апостолы. Вот сравните такую, вот сравните Ветхий Завет и Новый, где слово «любовь» – это вообще редкое слово. Вот реально, особенно в таком вот в понимании, что Бог есть любовь в высшей степени. Не то, что там Вася любил Петю, но это и есть, конечно, любовь, но вы поняли, да, о чем я говорю. Что действительно, что дать смысл, что это есть суть Вселенной. Вы не найдете это в Ветхом Завете, и посмотрите на Новый Завет, да? И несмотря на то, что, кстати, в самом Евангелии, ну, конечно, тоже Иисус сам говорит, любите врагов, мы все это прекрасно знаем, да, люби ближнего, как самого себя, все это очень важно, да. Но, кстати, само слово «любовь» может быть даже реже встречается, не зря Иисус говорил, смотрите на дела, ну, то, что все Евангелие преисполнено делами любви, вот, Иисусу не надо было об этом говорить очень часто, потому что вторая часть его жизни, то есть дела, его жизни. Помимо его слов, это и было из дела любви, поэтому мы каждый раз, видя какое-то там событие описано все время видим эту любовь в делах, исцелил, воскресил, проповедует, это тоже любовь, то есть говорит об истине, говорит о любви, это тоже любовь, изгоняет бесов, они там и кормят, и поют, мы видим, помогают. Вот. Но так как писание, не зря они писание апостолов, это пис... послание апостолов – это именно письма словесные, да? и там именно, так скажем, мысли выражены без, без дел каких-то, Евангелие – это все-таки книга о жизни, да, вот там события определенно описано. Там, конечно, любовь чаще, намного уже чаще встречается. Конечно, Петр тоже говорит, да, что Царство Божие достигается любовью, а каким образом, да, вера, там через веру и так далее. Покажите вере вашей добродетель, да, в добродетели там терпение, в терпении, в братолюбие, в братолюбие, любовь, да, то есть, конечно, они уже об этом говорят, уж Павел тот же самый, конечно, любовь достигается в совершенстве, да, хочу, чтобы вы были совершенны в любви, любовь не превозносится, не ищет своего, если я любви все, все приобрел в жизни, а любви не имею я ничто. Да, конечно, безусловно, уже в апостолов после Христа мы видим, насколько сильные изменения ветх Нового Завета, ну, кардинально, вообще, можно сказать, прямо противоположно. Конечно, в Ветхом Завете, кто уже познал истину и стал мудрым книжником, он уже и в Ветхом Завете все может доброе вынести, это действительно так. И вот предание так называемой церкви, которая превратилась просто в дьявольскую секту, мы видим деградацию, конечно, того, как опять, да, то есть вот мы, мы с рая свалились в ад, и ада Иисус нас попытался на небо возвести, и мы опять с этой точки свалились. Конечно, современные псевдохристианские секты, это прямо свидетельство тому, как человек просто, не то что с рая в ад сваливается, он опять с небесного царства, опять все, все туда же катится. И, 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 конечно же, вот это вот, знаете, опять, вот у того же самого Василия Великого, опять эти слова, они уже любовь практически не употребляют. Да, уже все опять закон. Вот, ведь первая заповедь это же не то, что закон какой-то, это ешьте, знаете, все из детского. Тут уже, хотя слово детское должно тоже вызывать хорошие эмоции, чувства, будьте как дети, Иисус говорил. Но действительно, размышлять о том, что Бог запретил вкушать э, родителей Адама Ева просто яблочко. Просто нужно было, просто запрет, чтобы они хоть чего-нибудь боялись. Вот они сорвали, не послушались. Непослушные дети, надо их в угол поставить. Разно, разве родители наказывают своих детей когда-нибудь за действительное за поступок, который никакого зла не несет. Нет. Родители действительно воспитывают, то есть наказывают от слова наказ, воспитание, воспитываются детей, действительно, когда они зло делают. Не потому, что он просто пошел. Вы ему сказали: иди налево, а он пошел направо. Ну кто будет наказывать своего ребенка? Никто. Ну кто? Родитель говорит: ну иди вон под деревцем посиди, а он идет, садится там. У него, может, шалашик там свой, какую-нибудь палаточку у него там у вас стоит на участке. Ну, кто будет из родителей ругаться, что он пошел не под, ша... не под деревца, а сел в тенек, а в свой там, какую мы ему там коморку родители сделали. Ну, только идиот, что он пойдет сына своего накажет. Нет, а другое дело. Если он ему говорит, не делай этого, а ребенок берет там и... Возьмем уж тему, раз идет к он берет и кошку палкой бьет. ну, естественно, родитель будет воспитывать своего ребенка, словами скажет, делом в угол может поставить, сказать, ну, постой, да, подумай над своим поведением. Вот это очень важно. Поэтому, конечно же, это никакой закон, это никакой не яблочко. Мало того, что в Библии прямо даже об этом не сказано. Рисуют везде яблоко. Но ну, я сам использую эти картинки, потому что они в интернете все переполнены. Во-первых, написано плод. Может, там ананас был, да? Но это ладно, это бог с ним. Это все шутки и прибаутки. А вот реально, что, конечно же, это было творением какого-нибудь зла под этим плодом. да? Вот. Но вот Василий Великий уже выражается опять вот этими словами. Первое законодательство, да, допустило вкушение плодов. Они уже религиозники. Василий Великий уже вырос, уже вырос тогда в той. Я говорю, надо все это понимать. Это, как мы видим, он прожил с 3.29-го, да, вот, ну, там, 330-го, может быть, там так написано. Я вам точно так же у себя сделал, как пишет на ресурсах на всяких там ортодоксальных. Да? Точный год неизвестен. 329, 330 по 379. Вот. То есть мы видим, это прям, кто знает, это вот пик этих вселенских соборов. Это именно тогда, когда, как я говорю, христианство, пусть уже тоже извращенное, но распространившееся по земле за... Три с половиной века да, его стали вот узаканивать, урегулировать. Да. И вот с ним, конечно же, что с ним делали? И Василий Великий уже был рабом этой системы, да, он сам стал участником этой системы, провозвестником, воспитанником, вот. Он не был свободным, они были все в системе, все в обоими были. Да, там некоторые пытались противиться, тот же самый Анзалтаус, вы всю его историю узнаете, его гнала собственная церковь, да, один патриарх с ним вечно воевал, он обличал царя, в отличие от многих, за все его беззакония, да, те его ссылали, в оконцовке он умер, где? Где Иоанн Богослов? И Иоанн Златоуст умер. Узнайте. Да. Ссылки. Ну, по дороге уже, неважно. Его несколько раз свои же гнобили. Собственный такой же святитель. Они там, у них просто не на жизнь, а на смерть была бойня. Ну, там Иоанн Златоуст, конечно, лучше выглядит. Оба святые, кстати. И тот, и другой. Да. Одни другого гнобили, там, я говорю, и ссылали, козни плели. Вот если их отдельно же по -по почитать, ой, тот, тот, святой, мы всех почитаем. Почитаешь житие и поймешь, что это вот это и есть тот, кто с этим воевал, а это тот, кто с этим. Да. Просто почему-то в Иоанне Златоусте все это описано в житии, а у того почему-то как-то не очень это все описано, как будто пропустили это все, что лишь бы, не, лишь бы связь не сделать. Ну, в общем, там все уже понятно с ними стало. Это система, система не от Бога. Все религиозные культы, которые вы знаете, в них нет ничего божественного. Иисус сам не был ни в какой системе, никакую систему не строил. Все это уже опять люди. Все это было не с От времен Христа до второго его пришествия, от первого до второго пришествия, это опять же летение со скалы. Ну да ладно, я опять немножко уклонился. Но ну, пусть такой ролик получится. Меня сегодня прет на все эти исторические моменты. Это просто ко всему применимо. Кто посмотрит этот ролик, он все это потом и к другим применит вещам. Ну, если умный, конечно. Вот. Потому что я не говорю... Я всегда говорил, что моя суть, я как учитель, всегда пытаюсь научить думать. Чтобы вы сами могли эти формулы применять ко всем остальным местам. А не вот конкретно вам сказать вот это вот так. вот, А в других местах. Да все аналогично. Все это можно применять и к другим местам прошлого, и к современности. Потому что законы эти все плюс-минус одинаково работают. Продолжаем читать. Но первое законодательство допустило вкушение плодов. Ведь мы еще считали достойными рай. Да мы просто были созданными, да, пока чистыми листами. И наше дело было впервые выбрать между добром и злом. Бог, Бог не творит зла и не мог создать дьявольский мир. Он создал абсолютный мир любви. И этот абсолютный мир был свободен. Вот. И он сам избирает остаться ему в раю, взойти в небесное царство или не спасть в ад. Что означает для тебя скрывающая здесь тайна? Вопрошает Василий Великий. Вам и диким зверям, и птицам плоды, говорит Писание, а также зелень и травы. И вам в пищу, и птицам небесным, и всем диким зверям на земле все это дается. Однако мы видим, что многие из животных не питаются плодами. Ну, здесь эта тема, о хищных животных сейчас пойдет. Я ее, наверное, быстро прочитаю и пропущу, потому что э, в этом же плейлисте вы все, если кто последовательно смотрит, вы уже наверняка нашли. Или не здесь, я не помню. Короче, о хищных животных у меня, наверное, в плейлисте Веган во Христе, да, я помню, туда все это поместил. Да, это не веган по Библии, а веган во Христе, плейлист. Там найдете 4, 3 или 4 ролика по почему дикие животные, откуда они и так далее. Здесь Василий Великий просто на эти темы размышляет. Но так как у меня уже есть все эти ответы на эти вопросы, я здесь углубляться не буду однако мы видим так то так в самом деле как, какой плод себя для пропитания берет пантера в самом деле какой плод себе для пропитания берет пантера а каким плодом можно накормить льва но все но все же эти существа питались какими-то плодами предназначенными законом природы. когда же человек отклонился от закона и вышел за предназначенные ему пределы бог после потопа зная неумеренность людей позволил им употреблять в пищу все. Все это вкушайте, как зелень травную, бытие 9.3. Вот как мы видим с вами, Василий Великий рассуждает теми же категориями, что религиозники, которые таких, как я, веганов-христиан, тычут. И, и, и этими бытие 9.3. Вот. И казалось бы, Иоанн Б... Василий Великий говорит о том, что вот там, да, после падения, хотя не говорит, в чем это было падение, кто знает, я прямо свидетельствую о том, что это и было убийство. Это не яблочко сорванное, не даже плод. Да, это было конкретное дело, и дело это было убийство, убийство животного. Именно поэтому они сами вкушают смерть, потому что за какой грех можно вкусить смерть? Только за грех убийства. Кому можно было убить, если Адам с Евой были одни на земле с человеками и друг друга не убили? Они убили животное, больше убить некого было. Это же, именно за это убийство они вкусили смерть, потому что сами убили, чтобы на себе, на своей шкуре испытать что такое смерть, а это шкура и была убитого животного, поэтому, чтобы они это испытали, натянуто на человека, да, об этом все написано в бытие. Но Василию Великому это не было открыто, не дорос он до этого, да, религиозник, наверное, сейчас волосы встают на всех местах, которые так можно быть, все меня обличают в гордости, да, ну, вот такой вот я, да. Я не гордый, просто мне открыто все эти знания о любви вот, они до этого не доросли. И несмотря на это, я сейчас специально обращаю внимание, в чем вот именно, я говорю, несостыковка этого. Вот, казалось бы, Василий Великий, уже в IV веке живя, обо всем этом опять рассуждает, сам говорит, ну, якобы потом дано было. Вот, и сейчас мы с вами дойдем, но в концовке он опять говорит, он начал с этого и заканчивает этим, что несмотря на то, что якобы вот дано было, да, мы должны вернуться к райскому состоянию. Вот, это очень важно. Но я говорю, так как они, видите, уже стали рабами системы, им надо все в Писании. И... Василий Великий точно так же Библию признавал авторитетом. Да. Все, что там написано, вот так написано. Конечно, это все не так. Якобы все эти там чуть ли не слова Божьи. Это не так. Эти разрешения и остальные и остальные живые существа получили беспрепятственный выбор в еде. Итак, с того времени лев пожирает мясо, коршуну выжидают падаль, а в, те времена, когда, а, в те времена, а в те времена, когда родились животные, коршуны еще не выискивали этого на земле. Ведь еще ничто из того, что получило от Бога свое назначение существование, не умерло, и коршны не могли этим насыщаться. И в природе не было раздора, ибо она пребывала в полном цветении. Охотники еще не губили животных, ибо такого занятия, как охота, у людей еще не было. Ну, так Адам с Евой и убили первое живое И звери никого не терзали, ибо не были плотоядны. У коршнов была иная у Коршного обыча кормиться трупами. Тогда же не было еще ни трупов, ни трупного запаха, и пища Коршнов была иная. Но все жили как лебеди и кормились на лугах. Мы часто замечаем, как собаки едят траву в качестве лекарства. И это не потому, что такова их естественная пища. Неразумные существа, движимые природным инстинктом, идут к тому, что им полезно. И из этого сделай заключение, что и в тебе, что и в те времена плотоядные животные поступали таким же образом. Они считали своей пищей траву и не нападали друг на друга. Ну, то есть я, Василий Великий все это по-своему пытается объяснить. Я говорю: у меня все ответы на эти есть. По поводу хищников, кто они, откуда они и после и до и после потопа я обо всем этом уже записывал ролики я здесь не хочу это разбирать седьмой пункт идет дальше я в принципе для вас это решил прочитать что просто видели что мы из контекста ничего не вырываем мы с вами два пункта из его этой беседы на шестоднев читаем шестой седьмой пункт каким бы каким было первое творение василий великий пишет таким должно быть впоследствии восстановление. Человек возвращается к своему прежнему состоянию, отвергая порог. Эту многосуетную жизнь, рабство души у житейских забот. Отбросив все это, он снова обращается к райской жизни, избавленный от рабства плоским страстям, к жизни свободной, в непосредственной близости к Богу, к жизни ангелоподобной. Вот несмотря на то, что это вы знаете, опять вот все, кто... Тычут, особенно религиозники, конечно, очень любят бытие 9 главу приводить. Вот я вам всем, я сам, конечно, буду это всегда в ответ скидываю, все свои ролики. Конечно, ему будет тяжело все слышать. Наверняка человек бросает слушать, ему все это режет ухо про то, что православие это гнилая секта, чем она является. Ну, я ничего сделать не могу, я просто говорю правду. Если у человека что-то там к свету теплится в сердце, он будет слушать. Если нет, я ничего не сделаю. Я не собираюсь ни под кого подстраиваться, вот как они это делают. У да? меня нет ни перед кем ни страхов, ни рабства. Я никому, ничего этим сектам и их ним, э, лидерам ничего не должен. Ни папам, ни иерархам, ни патриархам. Да. Вот. Это очень важно. И заметьте, Василий Великий же, вот вам, пожалуйста, прочитайте речь своего вселенского учителя. Это когда вы тычете, что вот есть бытие, 9 глава. Это когда вы тычете, что якобы веган-христолюб и любой веган-христианин противоречит там Евангелию, Новому Завету и апостолам, то есть всему Новому Завету. Пожалуйста, мы с вами уже посмотрели Климента Александрийского, который нам явно указал на апостола Матфея и Иоанна Крестителя как веганов, а значит Иисус был веганом, в общем, окружение Иисуса веганское, а он нет, да. Мы с вами посмотрели Антония Великого, а его кумиром почитали был один, он пусть не вселенским назван, но Васи... Афанасий Великий, который написал его житие, и именно он составлял там отечник так называемый, да, и так далее, вот, уж понятно, что раз он пишет это все, он сам был таким, да, причем тоже был и монахом там, и все, вот, мы с вами уже разбираем Василия Великого и все его окружение, да, которого он сам был одним из семерых детей, половина из которых выбрала вот такой путь христианской жизни и так далее, да, все они там, плохо, хорошо дружили. но с кем-то не цапались, как я говорю, конечно, друг с другом, но с некоторыми, наоборот, дружили. Да? Ян Богослов, э, Григорий Низкий, Григорий Богослов, вот, все они там в одной тусовке были. Естественно, кстати, по этим вопросам они друг с другом не цапались. Пусть не у каждого есть это в творении, но они все друг друга знали, все друг друга жили. Рядышком там в разных, у, у каждого была своя там, как такая поместная церковушка, да, он там главой был. По таким вопросам у них, кстати, в Писании нет противоречий. Да, может быть, вы прямо не найдете, как вот Василий Великий на шестоднев записал, вот и все эти мысли высказал, но они не противоречили этому. Это очень важно тоже понимать. Да, и мы видим, что Василий Великий прямо говорит. И когда мне говорят, вот ты, вот ты Христу тычешь, и противоречишь, и апостол, нет, тогда обратитесь к вашему Василию Великому. Это селе, это, эти писания знали все. Он там кучу монастырей построил. Он был действительно один из почитаемых, величайших, и все там все это. Кому он все это писал? Кому он все это проповедовал? Он все, что писал, они все проповедовали. Кто знает, эти беседы о Златоусте это вообще стенограммы его проповедей. Да, потому что он сам просто говорил очень много. Его не просто так златоустом прозвали. Да? Он что-то писал, конечно, сам, но очень много это стенограммы в древнее время именно стенограммы его там храмовых проповедей да именно так или площадных там или с кем-то бесед вот об этом ну, по крайней мере его житие и предание свидетельствуют вот вам пожалуйста в, и не проходите просто так мимо этих слов ну вчитайтесь еще раз Василий Великий прямо говорит что кто-то кто стал выбрал путь христианина Должен что сделать? Вернуться к своему прежнему состоянию, отвергая порог, порог грех. Ну, неважно, мы с вами читаем какие-то предания, как перевели порог или грех это одно и то же слово. Зло. Отвергнуть зло должны. Василий Великий прямо говорит, что вот: Да, пусть он это словом, законодательство ужасно называет, мне не нравится. Ну, хотя я сам употребляю, что закон, блага бытия, есть любовь ко всему. Божьему творению, к Богу всячески во всем проявляемый, ну, просто у меня один контекст, у него все-таки немножко другим попахивает у них, потому что они уже были религиозниками, они были в системе. Некоторые позволяли себе вот такую свободу, потому что они были наверху просто этой системы. Вот. Василий Великий был одни, одним из таких это очень важно. Он еще себе мог позволять вольнодумие. И все это, как я вам уже дал такую картину мира, 4 век, все-таки церковь только тогда заковывалась. Она вот, да, я говорю, хоть уже первый собор, можно такой печатью назвать. Но я сказал, в принципе, что это первый гвоздь в крышку гроба христианства. Вот. Там каждый, конечно, по гвоздику приложил, его концовки заколотили, но все-таки это процесс. 4 век – это вот самое черное время для христианства, а потом уже просто мрак и тьма. Там уже ничего не осталось. Но именно колотили этот гроб, как, точнее высекали его сначала, да, изготавливали, а потом заколотили. Это вот, вот эти вот. Это прям 4 век. Дальше даже там 5, что это уже все. 4 век, все это была решающая битва за христианство, так скажем, духовная битва. Вот так вот. И читайте еще раз. Вы видите, у меня даже на, на экране выделены эти тексты, хотя эти выделены того времени, я тут ничего подать не менял, бывает, я что-то убираю, чтобы выделить. Еще раз читаю: он говорит, что человек, я прям буду христианин, возвращается к своему прежнему состоянию, который решил избрать путь-христианин, отвергая порог. Эту много, многосуетную жизнь рабство души и житейских забот. отбросив все это, он снова обращается к райской жизни. Какая райская жизнь была? Питание только растительным плодами, семенами, там, травой, неважно, зеленью, природы, растительного мира. Избавлены от рабства плоским страстям, к жизни свободно. Он это страстью называет. Он уже не как, как я вам в прошлом ролике говорил, там есть попы, которые, ну вот, монахи там, чтобы бороться с страстями просто, потому что сытая брюхо к учению глухо, или там вот чрево там, все страсти в тебе возгорает, когда ты там напитался. Во-первых, это чепуха прямой связи нет, и кто пытался все это и проходил, тот меня поймет сейчас, о чем я говорю, но я сегодня о посте уж не буду, о алчности живота, да, мы сегодня говорим о качестве пищи, а не о количестве, хотя об этом у меня тоже достаточно роликов, вот. И там прямой связи нет, можно действительно нормально доступ поесть, это не значит, что тебя понесет убивать всех подряд там соседей своих. Нет, это абсолютно разные вещи, да, вот, и поэтому здесь-то пороком э, э, Василий Великий называть не то, что тебе пожрав там, да, на какие-то другие подвиги, в кавычках, понесет там какую женщину на улицу изнасиловать там, да, нет, разве он об этом говорит? Нет, он говорит, это и есть порок, вот это само трупожорство есть порок, Василий Великий, несмотря на то, что знает прекрасно бытие 9 главу, величайший святитель, вселенский учитель вашей секты, абсолютно образованный человек, все понимающий, знающий идеально жизни и учения Иисуса Христа, всего нового за это апостол, трехлетнее предание святых и старичков, всех он знает и Климента Александрийского, и Афанасия Великого, и жизнь Антония Великого, которому они все боготворили, да, все он это знает, знает своих друзей, братьев, Григорьев, Богослову, Григория Низкого, Иоанна Златоуста, да, со всеми рукопожатины, что он говорит, что это порог, это грех. Ну вот вы с ними поспорьте. Прежде чем христиолюба веганов в чем-то тут новеньком, да, укорять, что он якобы что-то свое привнес, откуда это даже до нас дошло? Но ну, докатилось, не все вырезали. Да, и ладно, из, из Нового Завета там все умудрились подвырезать, подысковеркать. Пожалуйста, все не вырежите. Мозгов не хватит даже и сил. Вот, сохранилось. Вы думали, что это ни до кого не дойдет? Видите, нашелся такой. Да, Бог поставил свой, свой светильничек. Я всегда говорил, что я послан к погибшим овцам стада Христова. Да, я практиковал, я все это изучал. Я почему, кстати, так немного э, мы с вами всего. Вот четверых, так скажем, рассматриваем, хотя к ним можно причислить еще больше, не только Антония Великого, а Афанасия Великого, который написал его там житие, его слова, изречения, да, вот, это я читаю то, что я лично читал, когда я просто последовательно изучал предания так называемой церкви, святых отцов. Я это сам находил. Не потому, что я где-то в каких-то статьях, то вы не найдете таких. Потому что все, кто тычит, они там по кругу что-то передают, какую-нибудь фразку вырывают из контекста. Такого материала, как у меня, вы не найдете, потому что я один из тех, когда не зря Бог меня в эту секту послал, чтобы я ее прошел, чтобы я ее наизнанку вывернул. Вот вы такого не найдете, они никто об этом знает-то порой не знает. Ну, или там где-то собирают. Они читали это либо в оригиналах, не знают, где это. Я в оригиналах читал. Тем более, вот это все до 4 века, кто меня знает, я рассказывал историю, что я там прям вот все начал прям с, с, по списочку, там, начинающий после апостолов, все эти, плюс все там апокрифы и так далее. Это я сам находил. Это не потому, что я с каких-то сайтов там еще где-то нашел. Я сам это видел. Это действительно великие, от которых я сам находил. Конечно, и знаете, я уже говорил, как-то ролик записал, помню, про, по поводу предания. Все эти православные, католические бредни по поводу того, что у них там есть э, свят, предание святых отцов, якобы там это вот совокупное учение. Я говорю, никакой вам богослов, в который вы сейчас сидите или поп там вам что-нибудь задвигает и вырывает э, цитаты из святых отцов из, из этого лепит извращенное учение Иисуса Христа, подтверждая вот этими фразами он никогда не может утверждать, что это якобы вот единогласно, как они любят, там тоже у них есть такое понятие, что такое истина. Хотя Иисус говорил, что да, христиане это малое стадо, у них почему-то истина, это единогласное мнение большинства святых отцов. Да, только Иисус почему-то один против всего иудейского культа восставал, и ученики его потом всегда были гонимы. Правда здесь не в большинстве. Хоть 250 святых отцов сказала, один, и могли быть все неправы, а один был действительно прав, потому что стоял на истине, как был прав Иисус, да, борясь со всем иудейским культом, восставая против него. И здесь то же самое, никакой да, прямой аналогии. Это вообще это ошибочный критерий. Они его опять же возвели, да, и кривым правилом потом все правят. Кривое правило все делает кривым. Это важно, а то на и правило оно должно быть прямое. А когда оно кривое, ты будешь выравнивать, у тебя все кривое будет. Ну, строители меня поймут, о чем я говорю. Вот, вот так вот. Так что они сами наступают, конечно же, на эти грабли. Да. И вот мне хочется сказать, вы тыкайте тогда, Василий Великому, откуда все это сохранилось? Если все так вам в Евангелии понятно, в, пред... в... В... Да, в апостолах. Ну а почему? Вот мы с вами уже такой списочек внушительный прошли. Этого достаточно. Я говорю, ни у кого не хватит сил изучить все это предание. Она настолько объемна, тебе жизни не хватит. Вот реально уже мы с вами живем в 2022 году да, от Рождества Христова, кто смотрел, какой это объем это физического, если ты даже каждый день будешь читать, ты никогда уже не изучишь предание, даже ортодоксии, даже, даже до разделения православной с католической церкви. Там такой объем, что вам не снилось. Да, это бесполезно изучить. Если вы захотите, веган какой-нибудь захочет, или типа меня, даже еще и христианин, на предмет веганства изучить этот вопрос, да. Я намного больше мест встречал, я же все это помню. Я не зря потом, конечно, веганом я стал по сердцу, потому что Бог мне открылся, как Бог любовь, явно явился мне. Я знаю, кто Он, Его энергию, Его сущность, Его дух любви. Но потом я только утверждался, видя действительно в великих людях великие вещи, да. Видел в них и заблуждения, но много действительно доброго, хорошего и правильного. Вот это одно из то, что они были веганами. Это очень важно понимать. Да, именно веганами, чтобы прямо это слово у вас не коробило трупожоров. Они именно были такими. Они были именно вот за это райское состояние, за тот мир, который был создан. Это мир был создан веганским, ну или правильно, как я говорю, говорить мир любви, Мир был создан из любви, любовью и для любви. В убийстве и эксплуатации животных никакой любви, конечно же, нету. Это зло в чистом виде. Вот так вот. Что же они, не знали учения жизни Иисуса Христа, его апостолов? Что же они этот бред весь накрутили тогда? Вот. Я говорю, я встречал, но тогда я еще не думал, что это так важно, что когда-нибудь я буду по веганству настолько сильно все распинаться и записывать, и за три года такой контент создам. Да. Я думаю, что равному такого в интернете вы не найдете, особенно как христиан, веганство глазами христианства. Вот. Так что вот так вот. И поэтому я бы, конечно, если бы знал тогда, сразу бы собирал у всех да, кого я читал. Но тогда и то и я не способен на все это собрать. Это невозможно все это перечитать. Невозможно просто. Там у них огромные труды. В одного Василия Великого, я все говорю, вот этих великих святителей Вселенской Церкви, о которых я сегодня сказал, Григорий Низкий, да лучше сюда и вот, брат его, а еще и добавить его друга, учить вот этого, Григорий Богослов, это его, и Иоанн Златоуст, вот их четверых лучше, потому что там его брат тоже столько написал, что... «Вы, вы, я всегда говорил, вот вы там православными зовете, якобы вы там по преданию старцев живете, вы хоть раз вот их читали, вы никогда их не осилите. Это объем, я не знаю, ну, Библии 20 или 30, вы Библию никогда не читали, вы даже этих... Но я их четверых назову, хотя их трое, но вот еще его брат, он там хоть великим вселенским не назван, учителем. И то это я, это я, третий, вот этот четвертый век, кто знает, они как бы как раз, нормальный христианин, такой, как я, называет это самым темным веком христианства, они называют самым светлым, да, рассветом. Там такое, там столько сразу святых вот этих появилось, и столько их них трудов, я говорю, что вы просто одуреете. Если вы до третьего века вам пару месяцев хватит почитать короткие там все эти труды небольшие. Ну, не, ну, год вы за год изучите там все, да, первый век, второй век. Есть сайты, те вот же сам православные, там прям все по векам. Первый век там вообще до нас почти ничего не дошло, там э, завет 12 апостолов, я уж я же сам много чего забываю, что там есть. Ну, кто знает, кто изучал, тот меня, конечно, поймет. Вот, я же все это подзабываю, просто дедаха, вот это все, вот. Это все очень легко, быстро, немного читается. Второй век еще так, третий уже все накручено. А четвертый все, вы утонете. Если уж вам, ладно, эти четыре не нравятся, я вам прямо скажу, четвертый, вы никогда до четвертого века просто не перейдете. Если вы начнете просто последовательно читать всех вот этих. Вы никогда это не изучите. И как мы видим, это встречается. И как мы видим, это великие самые. Значит, другие-то, особенно в секте, в которой они все уже стали, членами которых они сами стали, они там друг другу не противоречили. Нет. Вот так вот это очень важно понимать. Ладно, давайте продолжать, а то я совсем еще то расхожусь, какой-то ролик, я не ожидал, что меня так понесет. Это мы сказали не потому, что желает казаться от пищи, которую дает нам Бог, а потому, чтобы восхвалять былое время, какой была жизнь, в какой степени она была свободна и от всякой нужды, как мало требовалось людям для их жизни и сколько прихотлив наш образ жизни, ведущий греховности. Вот здесь действительно читает, это, знаете, можно вот услышать вот эти нотки, говорю, которые у попов бесноватых у них, вот что якобы там монахи не ради там вот любви к животным, хотя это уже тошнотно звучит, ну, а там ради чрева, чтобы со страстями бороться. А в чем страсть это? Да вы вообще ничего не поняли. Да страсть-то и названа, добро, грубо говоря, любая страсть, которую проявляет человек, это как бы противоположность святости, то есть доброте. Соответственно, Страсть – это не доброта, это ненависть, там все что угодно, алчность, жадность, наоборот, добродетели, щедро, щедрость, там, гостеприимство, ласка, там, забота. Да? Здесь то же самое. Но действительно в их ножке слышно. Я почему вам и Василий Велик особо, это я говорю на их языке. Видите, на их, тут я к разным людям обращаюсь сразу. Меня слушают уже и веганы какие-то там, так скажем, которые вообще никаким ни культом там никогда не касались религиозным. Вот. Ну, а для религиозных людей я и говорю и на их языке, да. Поэтому он, конечно, говорит так, но мы с вами видим, что у него в перемешку все. И такая перемешка уже в предании она вся. Он вроде сам-то понимает все это, Василий Великий, но все он это понимает не до конца. Любовь в нем не раскрылась в полноте. Иначе бы он вот так коряво, лукаво все это не пытался опять переплести, как я говорю, это огромная ошибка. Ветхий завет снова смешать. А. Новые иудеи, православные, католики, протестанты, они, я говорю, уже ветхие сном, да еще и туда предание подмешали. И там такое дерьмо получилось, что не дай бог никому этим вообще питаться. Блевать будете дальше, чем видите. Так, ведущий греховности нашего. Однажды, лишенный подлинных райских наслаждений, мы стали выдумывать себе поддельную пищу. И так как мы уже не видим более древа жизни с возвышенной душой, не любуемся его красотой, то для услаждения нам даны повара и пекари, всевозможные печенья, ароматные вещества и другие подобного рода вещи, утешающие нас в нашем отдании оттуда изгнании. То есть здесь уже Василий Великий прямо наезжает на радости вкуса, там кулинарию, я с ним полностью не согласен. Естественно, все это чепуха. В монашестве, конечно же, куча уклонений. Несмотря на то, что я о нем и в положительном контексте говорю, есть у них и плюсы. Но у них, конечно, потом пошло полное извращение. Разве дело в том, что человек себя в радостях ограничивает? Я у меня есть отдельный плейлист, вы знаете, основная мысль которого, чтобы люди поняли, что такое грех. Грех это не какие-то соблюдения там формальных вот законов или еще что-то. Уж тем более грех это не, а, не наслаждение. Да. А святость, отказ от наслаждения даже этих земных жизней, это абсолютный бред. Это уже вот придумали зачастую эти же самые монахи, конечно. Да. Это абсолютно не так. Он сам говорит, что рай был создан для радости. Да. Он и остался таким. Жизнь-то человека, она не, не, не в несчастьях. Это да. Через несчастье, которое мы творим или нам творят, мы просто познаем истину, до чего мы сами можем докатиться. Это как вы знаете, вся выражаюсь, это просто адская школа жизни, в которой мы вот именно познаем все горе и печаль, и скорбь, и зла, которое к нам делает, которое мы делаем, потом оно к нам возвращается так или иначе. И наоборот, все его счастье действительно и радости от доброты, от любви, которую мы проявляем сами, и тем самым тоже наслаждаемся и радуемся и к нам эту любовь, а любовь в чем проявляется, как и, и, ненависть. Вот и все. Тут, конечно, Василий Великого несет. Я вам для примера специально решил, может, кто-то хоть раз что-то подобное почитает и поймет. Я говорю, на другой все это сможет перенести на подобные вещи. Ну, вот. конечно, все это бред по поводу там, всех этих печенюшек. Да делай, что хочешь. Не в этом-то дело. И, и действительно, если бы он понимал, что э, в раю был закон любви единственный, Василий Великий до конца этого не понимает, он все равно, как мы видим, вот он законник. Там так дано, потом так, ну вот лучше так, но все по закону. Но он слово ⁇ любовь-то ни разу не употребляет. Это показатель. Человек, который познал истину, кто в любви, он будет это слово употреблять, естественно, и говоря о делах любви. Как мы видим, у них нет этого. И несмотря на это, я вам все равно демонстрирую, что я, знаете, как и в веганстве, да, я там обличаю, что веганы есть не только из любви, этичные веганы из любви к животным, а кто по каким причинам. Да? По здоровью, по правильному питанию, там пошло-поехало, да? за компанию с другом. Вот. Это разве может быть веганом? Нет. Но факт остается в том, что они были веганами, эти все так называемые святые. Так, так, -так, так больные, изнуренные тяжелым недугом, не могут участвовать в обычных наслаждениях. Получают от врачей подкрепление в виде ароматических и других подобных средств, поскольку они лишились наслаждения более твердой пищи. Потворствующие по их чувствам врачи выдумывают больным средства, соответствующие их слабости. А потом, потому теперь, коль скоро мы стремимся подражать жизни райской, кто только ей стремится-то, да. нам следует избегать чрезмерного наслаждения пищей и придерживаться, насколько это возможно, определенного образа жизни. Какой образ жизни определен человеку, Василий Великий говорит, использовать для поддержания жизни продукты земли, семена, твердые плоды» а все, что сверх того, отбросить как ненужное. Как вам такое, религиозники? И не просто сами веганы, они проповедуют. Мне говорят, что ты натягиваешь? Ну, я, что вот ваши натягивают тоже друг на друга. Они для кого пишут? В пустоту, в воздух нет. Это их проповеди. Они строили, открывали монастыря. Именно шли в эти монастыря от слов человеческих. да, они от чего туда, зачем шли-то. Вот они к чему, кто пойдет вот так жить. Он говорит, вот определен нам такой образ жизни. Василий Великий не один, у него тоже есть, в принципе, как и... Ну, Антоний Великий не сам писал, за ним писали, у него тоже есть устав, он не один монастырь сам открыл, сам эти уставы писал. Да, то есть люди шли туда вот это соблюдать. Он говорит, какой образ настоящего святого человека-христианина использовать для поддержания жизни продукты земли, семена и твердые плоды, а все, что сверх того, отбросить как ненужное. Хотя дальше я даже не буду обрывать, я вам все зачитаю, все как у него было. И хотя Творец не сделал это неприемлемо, то есть, как говорит, ну, как, ну, пусть вот монахи опять там сами дурачатся, сами религиозники, по сути, говорят на своих же великих вселенских учителей, все же не стоит это предпочитать, даже если достигается удовольствие для тела. И опять, знаете, я уже не раз это показывал, что чистое око, чистое сердце, чистый ум, добрый, то есть человек, он во всем увидит добро, как Иисус говорил книжник. Вот здесь, знаете, у трупажора сразу мысль, что как будто Василий Великий здесь сказал о веганской и невеганской пище. Нет, мы видим, я почему говорю, что здесь даже мне Василий Великий, вот я сначала как бы подколол его, опять сказал, вот смотрите, его несет, пытается оправдание, что якобы Творец не сделает неприемлем. Вот здесь как раз, мы видим, что он только что сказал, а именно о, о количестве пищи. Даже в веганском, о разнообразии, то есть да, он это считает ненужным. Количество должно быть скудное. это все монахи тогда, чтобы плоть твоя была как струнка. Да, никаких излишеств в плане кулинарии, разнообразия. Ешь простую пищу, цельноплодные продукты и так далее. Они действительно все это... Я со многим тут согласен. Тут я просто согласен, что все должно быть в меру. Это очень важно. Во-первых, в кулинарной пище действительно даже ради здоровья. Если вы хотите, за которую, кто знает, я в плане веганства вообще не топлю, потому что веганство – это не о здоровье. Но в плане удовольствия, пожалуйста. И действительно, уже внутри веганского питания, веганской кухни, так называемой, когда ты стал веганом и ты питаешься, пожалуйста, ради радости, вкуса, конечно, нужно и кулинарить. Нет, видите, даже не то, что можно, да нужно и кулинарить. Праздник можно себе устроить, живота, гость, приехать. не так часто с кем встречаемся кого то семьи, дети, э, старики, наоборот, да, который хочется порадоваться. Больной человек, действительно, сам, видите, Василий Великий здесь об этом вспомнил, да, там, человек больной ему там лишь бы, тоже хочется его порадовать. Да можно все делать в умеренных количествах, действительно. Вот. Поэтому здесь Василий Великий сейчас уже не сравнивает. Он уже четко сказал, что жизнь не определен. Поэтому, конечно, трупожор опять считает, что якобы вот эту фразу, он сказал, что, э, и хотя творец не сделал, я тогда под слово это подставлю, что думает трупожор, у которого тьма на сердце и в глазах, и что видит светлый человек такой, как я. Он не говорит здесь уже, он уже все. Вопрос веганство или не веганство, он уже там. Вот выше, только что отмел. мы с вами прочитали, что образ жизни, который полагается человеку, это подражать райской жизни, избегать чрезмерного наслаждения пищи, придерживаться настолько, насколько возможно ну, определенного образа жизни. Да, и он уже говорит вот о том, что нужно делать. Еда, раз, первое, это качество и количество, знаете, я всегда, когда ты вообще ролик, я говорю, когда ты даже этот а, плейлист у меня был один, э, он был назван "Пост это постоянство в любви", да, я вот так называл. То есть, по сути, жизнь человека, когда с питанием связана, она в двух вещах измеряется, в двух направлениях или в двух, как хотите, формах. Это качество и количество. Вот. Поэтому, естественно, качество первое – это веганство, есть такое понятие, а уже количество, как я говорю, его любой человек знает. Это твое тело. Живот попер, будь любезен. Да. Не поднажми, а наоборот, да. Сбавь-ка обороты. Да. Ты сколько там раз в день вкушаешь, и сколько килограммов в твоем ведре, из которого ты ешь. И наоборот, конечно, не надо себя до анорексии там, подвижничая, постязь себя до анорексии что ты ходить не можешь уже и у тебя и проблемы со здоровьем нет в норме держи себя и все это очень легко наблюдается глаза опускаешь первое что расти начинает от живот так как там желудок ты явно его перенагружаешь, что у тебя даже внешние прет все это все потом это все будет в жиры по всему телу откладываешь у тебя уже будет ряха вот такая от живота до лица доползает жиры это насколько надо обжорствовать вот Василий Великий здесь об этом написал, последнюю свою фразу. И ни в коем случае к трупожорству он уже написал, да. Он имеет в виду, что действительно, да, несмотря на то, что рай был создан, и удовольствие, в принципе, это, в принципе, нормально для человека, но все-таки не стоит их предпочитать. Даже если достигается удовольствие тела. Да. какие бы тебе там печенюшечки сладенькие не хотели, как он сам написал. Ну, ограничиться простой пищей. Действительно, он пишет как монах, да, я говорю, у них свои были небольшие загоны, перегибы в эту сторону. Вот. Но по поводу доброй жизни он дал определенное, четкое понятие, еще раз, человеку, который стал христианином, ему что нужно? Я еще раз в оконцовке вам все зачитываю, мы на этом останавливаемся. Да? Человек, я сразу читаем, христианин, человек, все правильно, решивший стать христианином, я перефразирую просто уже своими словами река мысли Василия Великого, человек, решивший стать христианином, возвращается к своему прежнему состоянию, отвергая зло, убийство животных и убийство эксплуатации, и отбросив все это зло, он снова обращается к райской жизни, в которой человек должен был что? Есть растительную пищу и заботиться, и любить животных. Поэтому веганство – это не только о еде, о том, что ты не, пожираешь трупы убитых животных, ты не сдираешь с них шкуры ради шубы и кожи, ты не проводишь на них медицинские эксперименты, ты их не заковываешь в клетки ради похоти своей отчей, в зоопарке, цирки и всякие эти спортивные бредни с животными и все, что с этим связано, и т.д., и т.п. Во всех сферах своей жизни ты перестаешь эксплуатировать или убивать животных. Вот. И что? Образ жизни твой становится. Это продукты земли, семена, твердые плоды. А все, что сверх того, отбросить как не Ну, в принципе, тут повторяется, поэтому я уже сказал. Вот вам, пожалуйста, Василий Великий. Такое вот видео, не жалею, что его записал ни в коем случае, я говорю, повторился, как я вам сказал, уже дважды я, ну так как это было 6 лет назад, много вам чего, я надеюсь, интересного рассказал, кто дослушал, все-таки во многие вещи откроются. И в концовке еще раз хочу сказать только вот тем моим оппонентам, борцам с истиной, хулителям Христа, Бога, истины, любви. Да. Когда вы кидаетесь всеми этими стихами, особенно если вы религиозные люди, то вот послушайте, уж-уж да, если кто-то до этого момента дослушал, случайно попал на этот ролик, или я именно этот э, дал ссылку, посмотрите все вот эти ролики о Клименте Александрийском, о Бантоне Великом, о Василии Великом, который сейчас мы смотрим. И, в принципе, анонсирую как раз вам следующий и последний ролик, этого будет достаточно, как я говорю. Это Исаак Сирин, это уже, хоть я говорил, чем дальше, чем хуже, но... Бог нелицеприятен, Богу все равно в каком сердце воссиять. И вот Исаак Сирин был одним из тех, в ком Бог воссиял очень ярко, потому что он сам этого захотел. И его ролик действительно таким крайним в нашем плейлисте, вот по этим преданиям, будет очень, очень ярким, очень сильным. Мне добавить, в принципе, ну, хоть я как себя пожую его слова, да, но на самом деле он настолько все прямо и красиво описал. И, честно, я когда первый раз читал, я просто удивлялся. И слышал точно такими же словами, потом сам не раз выражался. И, в общем читал даже, как говорят, со слезами на глазах. Да? Вот. Человек все это понял. Да, если бы каждый христианин достигал, вот, если бы религиозники этого состояния, действительно, вот таким бы людям подражали бы тому, чего они достигали, да. ну, было бы здорово. К сожалению, да, все ограничиваются на да, я свят по вере, или если согрешил, пошел, пролил крокодиле слезу под полотенчиком у попика. Но все это ерунда. Да, все это вас ведет на дно ада, где вы там и все свое зло узрите. Все, что вы в этом ми в мире беззаконного творите, а убийство животных – одно из самых величайших беззаконий, ибо этот грех, это зло проявляется по отношению к беззащитному существу, уровень которого по плоти и по духу – это уровень ребенка. Да? старика, инвалида, человека. Да? Поэтому всем я вам рекомендую от этого греха отвалиться как можно скорее и творить добро. И потом проповедовать самим, топить за веганство, за любовь. Вот такое вот видео. Всех вас жду на следующем последнем видео из этого цикла об Исааке Сирине. Всем, кому видео нравится, считает их полезными, отрадными для себя, ставьте лайки, делитесь ими у себя в соцсетях, на каналах, YouTube или Телеграмах, ну и вообще на любых ресурсах, какие у вас есть, в личных сообщениях с друзьями, знакомыми, оппонентами. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. и Пишите комментарии, я стараюсь все читать, и если там есть вопросы, на все отвечать. Все эти тексты собраны на моем сайте христолюб.ру.